Привет! Сегодня мы гуляем, как обычно. У нас, смотрите, смотрите, какая замечательная погода. А теперь медленно-медленно идем сюда. И здесь, та-дам! Будет сильный дождь. Она тетя. Посмотрите на нее. Да, колготы с блестками. Спасибо, Вале. Огромная. И там дырка у нее, кстати говоря. И Милочка здесь. Мила? Привет! Привет! Она сразу всем пока говорит. Да, там ямы. Мы сейчас гуляли. Немножечко сходили в магазин, купили клубничку. Будем кушать ее. И так захотелось клубники. И еще, ребята, маленькие туфли. Да. Потому что тут у меня была ловка такая. Угу. Как у вас дела, ребята? Скоро уже будет летние каникулы. Чем вы будете заниматься? Расскажите. Идет, посмотрите, какая деловая колбаса. Вы же не видели самого главного. Мира, покажи свой хвост. Так, на распущенных волосах очень красиво смотрится. Мы ей сделали... Повернись, повернись, пожалуйста. А, здесь не видно. И у нее там капсулы в голове. Две. И ей нарастили две прядки. Вот так. Я себе тоже хотела, но не было моего цвета. Мира идет. Смотрите. Ей почему-то стали натирать. Туда мы шли, в магазин шли. Не натирала, сейчас натирает. Вкусное мороженое? Да. Это у тебя какое оно? Ну, это белый шоколад, а это какого вкуса? Белый шоколад и... Как же она называется-то? Шелковица. Да, шелковица. Вот. Там чуть авария не произошла, что ли? Потому что, ребята, тут, где шок, там и шелковица... Смотрите. Дерево, и вот за это я хотела шелковицу и сорвать. Да, она еще не созрела. Дело в том, что на том дереве. Поэтому смотрите, солнце. И здесь чернота просто. На нас идет дождь. Да. Здравствуйте. Вот и я. Как дела? У нас вчера такой был ливень, просто ужас какой-то. У меня на балконе перевернулась сушилка для белья. Упала вместе с бельем. Еще к нам начал лазить кот на балкон. Да, Мира? Можно я мне что-то взять отсюда? Бери. И... Очень был сильный ливень. Вот сейчас мы опять ждем ливень. Будет. Мира полезла в пакет. Чипсы. Она хочет чипсы. Мира, будешь дома чипсы кушать? Почему? Еще мы купили какой-то новый сюрприз, подарок маленький. Откроем, посмотрим. Мила тоже хочет. Она сразу же хочет. Все. Вот. Так что хочу на море, на пляж. Ну, скоро уже. Хотя Мира у нас купается в бассейне, вы уже знаете, вы видели. Вот. Что мне с этой морщиной делать, скажите мне? Нужно ее куда-то убирать. А, и с той стороны тоже ливень. Хорошо, ребятки. Пишите нам комментарии. Нам вообще очень мало кто пишет комментарии. Прям аж обидно. Смотрите, здесь тоже будет дождь. Мира хочет вам что-то сказать. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, жмите на колокольчик. У тебя нету инстаграма, это у меня инстаграм есть. Это у моей папы на инстаграме. Есть, да. Ну все, ребят, всем пока.